Вот такая вот замечательная летняя модель. Я просто в восторге. Материал отпад, легкий. 100% хлопок. Красивый. Все, что надо, закрыто. Все, что надо, открыто. Ну, просто красотень. Разрезики такие по бокам. Карманчики. Продемонстрируйте нам карманчики. Карманчики продемонстрируйте. Вот такая вот моделька. Тут резиночка. Ну, очень красиво. Всем привет! С вами Сафронова Ольга. Зашла сейчас в раздел «Мода». Вот он, этот раздел в наших каталогах. Выбрала женщинам товары и поставила галочку «Распродажи». Смотрите, что здесь есть. Я просто молча полистаю, покажу вам ассортимент и цены. Зонтики мини складные, маленькие-маленькие. Очки. Вот такое вот платье мне очень нравится. Смотрите, какая смешная цена. Блузочки, неплохие блузочки. Но могут быть не все размеры. Поэтому цены уже совершенно смешные. Вот тоже смотрите, платьишко симпатичное, блузочка, штанишки на лето, мне вообще вот эти нравятся. Комбинезончик на стройненьких девочек. Вот смотрите, сатиновая юбка, 399 рублей. Топ 479 рублей на лето. Вот такая вот тоже сатиновый топ красный. Водолазочка, юбочка, пиджак. Такой вот интересный. Блузочка, юбочка сатиновая, кеды. Платье интересное такое, довольно-таки всего за 1000 рублей. С морским принтом. Юбочка тоже, смотрите, какая интересная, из вискозы с морским орнаментом. Трикотажная блузочка. Вот такая вот блузочка. По совершенно смешным ценам. Вот смотрите, какая красота. Какие юбочки. Вот смотрите, какая моделька и какие цены. Распродажа. Еще раз повторяю, скорее всего, здесь будут не все размеры. Но если вам подходит размер, то надо брать. Сидят неплохо, смотрятся хорошо. Это вот даже коллекция дизайнерская. Вот смотрите. Расстались только маленькие размеры 44, 46, 48. Ну, в принципе, 48 еще можно. Вот такой вот жакет, юбочка, платьица. Вот это платье я мерила, оно мне понравилось. Тоже интересная кофточка. Рукава можно собрать, можно распустить. Сейчас посмотрю, какие размеры остались. Остался только 60-й размер. А это, наверное, размеры меньше. Так, 48-50. Ну, в принципе, размеры ходовые. Так, смотрим. Дальше, что у нас есть?
Вот такое вот платье в больших размерах. То есть большие девочки, смотрится очень хорошо. Видела я на модели X-Size. Платье замечательное. И ткань хорошая, и пошив вообще замечательный. Вот это платье тоже хорошо смотрится. Вот такая вот интересная моделька, всего 799 рублей. Шортики, брючки летние, вот такой вот комбинезончик. Такие вот топики. Вот смотрите, какое платьице на девочек, прям вообще. Это что-то, не знаю, что это. Тоже платье видела, очень хорошо сидит, трикотажное, но это на осень уже, конечно. Цены были гораздо выше, сейчас прям совсем смешные. А это такое же, только черное. Эти платья тоже интересные, тоже дешевле в разы стали. Джинсовая коллекция. Тоже купальники, очки, сумочки, рюкзачки. Вот такие вот джинсы, юбки, утепленная стеганая куртка розовая, красная, футболочки, джемпер. Тоже по смешным ценам. Топики вот такие. Вот эту кофточку видела. Хорошо смотрится. Очень хорошо смотрится. Тоже платьице интересно сидит. В общем, очень много на распродаже всякого разного интересного. Заходите, смотрите. Вот эти вот такой вот топ. Сейчас вам покажу, как смотрится на Алене. Взяла юбочку и топ она себе. С шортиками тоже смотрится хорошо. Тоже две модельки. Юбка Макси цвет шафран и цвет оранжевый. Материал замечательный. Смотрится хорошо. Вот эта вот верхушка тоже, думаю, интересно будет смотреться. И вот это вот тоже довольно-таки интересно смотрится. Купальники. Тут тоже платьице хорошенькое. И это неплохое. 1200 всего. Тоже трикотажное платье для дома. Вот такие вот модельки есть. Так что заходите, смотрите, здесь много, запаситесь терпением и, глядишь, что-то себе присмотрите по таким вот смешным ценам. Интересненькое. Смотреть нужно не на втором шаге в распродаже, а в поисковой строчке ставьте галочку «Распродажа». Просто мода женщинам или мужчинам. И смотрите то, что вас интересует. Можете регулировать цены. Проще будет смотреть. Тип одежды. Задавайте фильтры, какие вам удобно. Смотрите. Делайте выгодные покупки.